Летала птица в горящем доме, выход искала, но ничего в доме дыма кроме, а сил так мало. Не в этом дело, как залетела, но бились в окна и налетела, крылья листела, словно комок. Земле в тихом оконце кусочек.
молитву в заветный час. Там тишина, покой и радость, где сосны обретают цвет, то счастье маленькая малость, как монастырский теплый хлеб. Тишина, покой и радость, где сосны обретают цвет, то счастье маленькая малость, как монастырский теплый хлеб. Сейчас прочитаю два стихотворения. Ну да, наверное, я сначала скажу. Недавно у меня ушел близкий человек, еще один. Их так много за этот год ушли. Вот, и, конечно, спою песню в памяти бабушки. Вот, дай Бог, чтобы там все было хорошо. И прошу молитв о представленной Тамаре. Вот висит твоя куртка, а тебя нет. Рукава твоих рук, пояс, помнящий твои пальцы. Капюшон, не надетый на твой берет. Не застегнутых кнопок, едва касаюсь. Твою милую куртку надену я и пойду. По дороге, вдыхая родной ее запах. Будто вижу тебя и опять с тобой говорю. И слежу за шагами твоими, и только бы не заплакать. Я иду по дорожкам, где ты ходила, где мы вдвоем по ночам вдыхали белую россыпь звезд. Я иду в твоей куртке брезентовой огнем, все горит внутри от тоски привычных слез. Где ты теперь? Может, та звезда, что упала сейчас, приведет к тебе.
Может быть, протяну ладони, твоя рука наконец-то обнимет меня в темноте. И мы медленно побредем домой, где горячий чай, сядем греться у печки, достанем халву и хлеб, и ты куртку повесишь на спинку стула, и невзначай тихо-тихо споешь мою песенку детских лет.
уходила в тот дом, где любовью делиться так необходимо. Начать себя со своего сердечка, войти в него, как в церковь издали, где мы подсвечник, а оно, как свечка, что мы, крестясь пред образом, сожгли. Начать себя, в округе нету рая, но ты гори, гори, моя свеча, огнем любви и веры не сгорая. Да будет у нас молитва горяча. Да станем мы, как в храм входя, другие. Дождем омыты покаянных слез. Сердечко, как алтарь, где литургия. И там во мне Христос, в тебе Христос. Песня Людмилы Пинчук.
Иисус тебя любит очень, вновь стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеление души доверить? Так кому ж ты откроешь душу? О, ответь сейчас! На самом деле на моей гитаре дисторшн не работал, когда я пыталась. Сейчас заработал. Нет, это другое, это такой мягкий дисторшн. Сейчас. Я не собиралась петь эту песню, но просто интересно. Когда опустятся руки вновь, когда уйдет от тебя любовь, когда опять за плечами боль, и нет того, кто был с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok.